Весной и летом горожане все чаще оставляют свои автомобили и пересаживаются на велосипеды. Вот только легкий и маневренный двухколесный транспорт очень часто становится объектом внимания для злоумышленников. В этом сезоне в нашем городе зарегистрирована только одна кража велосипеда. Для того, чтобы статистика полицейских не возросла, стоит помнить простые правила. Если велосипед, допустим, пристегнут, даже рама пристегнута к колесу, то злоумышленнику гораздо сложнее совершить и похитить, потому что надо там определенное количество времени нести его велосипед. Хоть они сейчас и облегченные формы, но все равно представляют определенную массу. Для большей безопасности велосипед стоит пристегивать специальным тросом к трубам в подъезде или другим объектам. Если злоумышленник попытается справиться с таким креплением, это вызовет шум и неизбежно привлечет внимание. И тем самым спасет собственника двухколесного транспорта от неприятной ситуации. Многих проблем можно избежать, если иметь при себе документы на велосипед. На инструкциях по эксплуатации, где указан серийный номер, который также указан на раме там внизу, там, где педали, под педали, если перевернуть велосипед, то можно отчетливо увидеть серийный номер, заводской номер велосипеда. Стражи порядка напоминают, что чем раньше потерпевший или свидетель кражи велосипеда обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать злоумышленника. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.